Dzień dobry wszystkim! Dzień dobry wszystkim! Меня попросили снять видео о том, как же прошли наши первые 6 месяцев в Польше. Всем стало интересно, как мы здесь поживаем, что нового и увлекательного произошло. Хочу сказать, что нам все очень нравится. Первые 6 месяцев прошли довольно хорошо. Были трудности, конечно, как всегда, но в то же время было и очень весело. В сентябре наша дочка идет в школу, мы уже записались, а уже даже сходили и познакомились с учителем, и познакомились с детьми, которые будут в классе. В общем, мы ходили на такое первое знакомство, нам очень понравилось, и мы с нетерпением ждем школу. Teraz idziemy na spotykanie do pierwszego klasu. Tak, Jasia? Idziemy do szkoły. Первый раз, первый класс. Так, идем, идем. Дело в том, что мы приехали в Польшу, намереваясь остаться тут. И, конечно же, все, что сейчас происходит, имеет большое значение для нас и для нашей будущей жизни. Нам очень нравится в Польше, потому что здесь более спокойно, более уютно, более чисто. И есть много-много разных плюсов, которые можно рассказывать о Польше вечно. Сидеть и рассказывать. Я путешествовала по миру, и другой такой страны, как Польша, я не видела. Польша дает мне очень приятную атмосферу, заряд энергии и эмоции, которые я не испытывала раньше, потому что здесь все выглядит по-другому. Другой менталитет у людей, другой склад ума, другой юмор, и ко всему приходится привыкать заново, буквально. Мы сейчас, как дети, делаем свои первые шаги в жизни, которая началась у нас в Польше. Это наша новая жизнь и наши первые шаги. Люди, поляки, они очень сплоченные. Эта сплоченность, она передается. Так как я полька, мне это безумно нравится. Конечно, я чувствую себя просто превосходно здесь, потому что я могу всегда спросить что-то у кого-то, мне всегда что-то ответят, мне подскажут, помогут. Я не стесняюсь спрашивать, потому что есть вещи, которые в Польше необычными мне кажутся, к которым я еще не привыкла. Есть слова, которые я не вижу в книгах, когда изучаю польский язык. Поэтому я спрашиваю у поляков, я спрашиваю у местных. И, конечно же, мне это приносит радость, что люди такие открытые, что люди идут навстречу, люди помогают. Мне это безумно нравится. Потому что если бы я где-то в магазине там или где-то еще в каких-то организациях не спрашивала какие-то слова, я бы, возможно, не до конца сейчас понимала, что люди вообще говорят. Очень удивительно, что в Польше очень много иностранцев, людей из других стран, которые живут здесь и при этом учат польский, учатся говорить на польском. Так ты ощущаешь, что здесь всем рады. Здесь любой человек почувствует себя как дома, я думаю. Мы с Ясей на площадке сейчас. Яся играет. Нашли такой парк. Первый раз в таком парке. Весело?
Сейчас собираю документы, чтобы в сентябре пойти учиться самой. Сдаю документы, потому что Яся идет в школу. И мне, конечно же, тоже хочется получить польское образование, поэтому я тоже иду учиться. На сентябрь у нас много-много нового произойдет в жизни. В сентябре. Мы очень ждем сентябрь. Безумно рада сентябрю. В Польше, когда снимаешь квартиру, ты подписываешь договор. И мы сняли квартиру на продолжительное время. Поэтому сейчас мы готовимся к ремонту. Мы обговорили с хозяином квартиры, и у нас будет такой мини-ремонт. Мы ходим, выбираем немножко, покупаем все к ремонту. Думаю, что нужно обновить, потому что хозяин сказал, что купил квартиру в старом состоянии, и сейчас мы будем ее немножко обновлять, чтобы нам самим жилось более комфортно. Более опрятная, чтобы была квартира, и более чистая. Фритки, як завжди. Смачно? Есть уже голодно. Что о моем муже? Антон сейчас работает в Польше. Он нашел работу, которая ему безумно нравится. Он работает там уже полгода. Все это время, пока мы здесь, он сразу же нашел эту работу и работает до сих пор. И сейчас, так как уже прошло 6 месяцев, ему выделили неделю отдыха. Очень нравится в Польше, вот в тему о работе, что в Польше все всегда и везде официально. Официальная работа с официальными документами. Официально снимаешь квартиру, где тебя официально прописывают. Официально ты делаешь все документы и все официально. Мне это безумно нравится, потому что так меньше правонарушений, так люди чувствуют себя более спокойными, более сильными, потому что ты знаешь, что это у тебя официально, ты знаешь, что в случае чего ты можешь обратиться в полицию и еще что-то. Это безумно помогает иммигрантам, я думаю, на этом пути. А Яся у нас катается. Идем мы далее. Когда меня спрашивают о Польше, я всегда рассказываю. Это странно, что мне никто не верит, что здесь так. Что присутствует вежливость, воспитание в общении. На самом деле очень странно. Мы с Яськой решили по пути, пока снимаем видео, зайти в наш любимый торговый центр. Мы раньше тут жили, да, Яся? И покажем, как тут сейчас. Вот он. Мы раньше тут очень-очень близко жили. Был вопрос по поводу продуктов, скучаю ли я по каким-то продуктам, может быть, мне чего-то не хватает, но я хочу сказать, что нет, потому что здесь есть все, в Польше есть все продукты, которые только могут быть. Если вдруг чего-то нету, то можно пойти в магазин,
в специальный, и там все продается. В белорусский, например, в украинский магазин. Также сейчас многие сети стали продавать множество продуктов, там халву, сушки и многое другое. Так что никаких проблем нету. Сгущенку я, кстати, очень привыкла к польской сгущенке. И теперь она, мне кажется, очень и очень вкусной. Я приехала в Ашан, потому что нам нужна одна приправа, специя грузинская. И мне сказали, что тут она есть. Тут снова какие-то развлечения. Что-то делают. Детей можно. Ты куда? За фритками? Вот Ашан. Мы уже приехали. Идем туда. Пришли, ищем пластилина, чтобы Яся могла лепить, потому что у нас дома уже закончился пластилин. Садись. Поехали. Мы уже нашли. Куча приправ. Сухарики, халва. Так что идем. До кассы самообслуговой. Также меня спрашивают по поводу путешествий, собираемся ли мы в путешествие по Европе. Я пока что скажу нет, потому что Польша — это очень большая страна, и сначала я хочу попутешествовать по Польше, узнать больше о истории Польши и вообще научиться жить в польском обществе, потому что, я же говорю, это как делать первые шаги. Поэтому сейчас у меня очень-очень много дел. Также я занимаюсь документами, поступлением на учебу, в школу Яси, документами о легализации жизни в Польше, потому что мы тут планируем жить долго-долго. Поэтому дел много, дела есть, и пока что мы никуда не планируем. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. До свидания, папа, subscribe на канал, и всем пока!